Евросоюз, конечно же, это, наверное, хорошо. Вот и все думают, что стоит в него вступать, и что государство станет лучше после вступления в Евросоюз. Но это совершенно не так. В жизни происходит немного иначе. Я гастролировала в Европе, и все люди, которые упоминают Евросоюз, они упоминают его не самыми хорошими словами. Они говорят, что они стали жить хуже, что бедность возросла даже, вот, и что они жалеют, что их страна вступила в Евросоюз, соответственно.